Здравствуйте, друзья! Сегодня пятница, а это значит, что пришло время последнего на этой неделе выпуска 3D News Daily с подборкой свежих новостей из мира высоких технологий. На улице яблочных музыкантов праздник. Apple обновила GarageBand и запустила новое приложение под названием Music Memos. Это такой блокнот со специальными функциями. Например, здесь можно захватывать музыкальные фрагменты, менять их аранжировку, а также анализировать аккорды и ритм акустической гитары и пианино. Проанализировав сессию, приложение сможет предложить подходящий бас и барабаны, чтобы вы могли лучше представить, как будет звучать готовая композиция. Само собой, эту виртуальную группу можно настраивать. Что касается записываемых на микрофон звуков, то они сохраняются в несжатом виде. Полученный файл можно оценить и назначить теги, а также использовать в GarageBand или Logic Pro X. Кроме того, Music Memos и обновленная GarageBand получили набор из 9 новых акустических и электронных сессий, а последняя вдобавок расширила библиотеку усилений для баса и обзавелась новым эквалайзером. Music Memos можно скачать в App Store совершенно бесплатно. Мы уже живем в будущем, и новейшая инициатива DARPA — наглядное тому подтверждение. Американское агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам анонсировало новую программу, в рамках которой будет создан передовой нейроинтерфейс «Человек-машина». Это будет имплантируемое устройство, предназначенное для перевода химических сигналов в нейронах в цифровой код. По размерам интерфейс будет не больше 2 5-центовых монеток, лежащих одна на другой. Современные решения могут подключаться к сотне нейронов, тогда как новое устройство увеличит этот показатель до миллиона. Агентство полагает, что это окажет значительное влияние на медицину и откроет дорогу приборам нового поколения, которые помогут людям с нейросенсорными нарушениями, такими как потеря слуха. Также гаджет сможет усилить отзывчивость и точность работы протезов. Можно не сомневаться, что разработка будет использоваться в том числе и в военных целях. В конце концов, это же DARPA. Но на этом агентство предпочитает не заострять внимание. Ни дня без краудфандинга. Сегодня мы поговорим о такой, казалось бы, тривиальной вещи, как детская коляска. Оказывается, ее тоже можно прокачать так, как не снилось и Экзибиту, и на выходе получится болид с громким названием SmartBee Intelligent Stroller. Эта коляска оснащается электромотором, чтобы ее не нужно было толкать. Полезно, чтобы облегчить движение в гору или совместить пробежку с пребыванием ребенка на открытом воздухе. Кроме того, встроенная батарея может использоваться для подзарядки ваших гаджетов, воспроизведения музыки и даже подогрева детских бутылочек. Вот только успеха на Indiegogo, как нам кажется, проект не добьется. Ведь обычно коляска нужна здесь и сейчас, а эта должна добраться до вкладчиков только к апрелю 2017 года. И то, если не случится каких-нибудь задержек. Да и цена совсем не детская. Обычная версия без всех этих технологий на борту обойдется в $400, а та, что с моторчиком, стоит целых 2700. Слишком круто для вещи, из которой вырастают за несколько лет. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья!